Западные компании ушли с российского рынка. С этой проблемой столкнулись и жители Новосибирской области. Здесь закрылись многие магазины брендовой одежды, магазины Kia. Недавно появилась информация о том, что некоторые из них возвращаются на рынок, но под другими названиями. Также ходят слухи, что в скором времени откроется и магазин Икея. Федерал Пресс в рамках спецпроекта «Глаз народа» пообщался с жителями Новосибирска и выяснил, как они относятся к внезапному уходу и возвращению этих западных компаний и будут ли пользоваться их продукцией. Нет, не расстроились. Без разницы. Не пользуюсь им. Я вот дую, когда вот принес там Nike, Puma, Adidas. Положительно. Потому что сама этим пользуюсь и нуждаюсь. Я, честно, только рад. Ну, я считаю, то, что эти бренды, они возвращаются не в том виде, в котором они были, а в формате франшизы. Это все равно уже не те компании, которые были. Да нет, не особо. Больше комментарии других людей читал, смеялся насчет этого. Мы же все равно это сможем заменить как-то своими силами. А почему нет? Посмотрите, в интернете у нас столько много людей прекрасных, которые хорошие вещи делают так же. Все это как-то прошло стороной, так как были свои обстоятельства, поэтому лично вот, в этот период меня не задело. Сейчас не знаю. Будете пользоваться продукцией? Нет, я не заметила, но знаю, что существуют другие брендовые магазины люксовые в центре на Серебряниковской. И думаю, те люди, которые пользуются, они просто обратились к другим поставщикам, в другие магазины. Но поскольку мы не так часто использовали многие... Не так часто были пользователями этих компаний, то принципиально ничего не изменилось. Хорошо, если не вернуться, но очень жаль, но никто не умрет. Пока не прочувствовала отсутствие каких-то очень важных для меня товаров. Хотя традиционно есть излюбленные марки, которые, к которым ходил. Но пока или потребностей не было, пока не поняла. Но могу точно сказать, что и отечественные производители сейчас вполне конкурентоспособны. Честно, только уход кафе Икея. На самом деле, насколько я знаю, что Икея, что Мега, они работают в России в убыток. Поэтому они, наверное, вернулись только ради того, чтобы людям было комфортнее. Я на себе никак не ощутила за 2 месяца в магазинах. Я никогда не покупала, не пользовалась их товарами. Я к ней равнодушна.